Здравствуйте, господа. Кирилл сейчас на GoPro снимает, как я снимаю видео. Мы, короче, едем сегодня в торговый центр Мега, кататься в этом крутом скейт-парке. Вот, что я могу сказать. Это у меня собачка подсдохла немножко, там тейл, трещины. Но я решил не мажиться, не ставить новую доску, а докатать ее. Я все-таки с автозавода, и денег у меня немного. И сегодня нам заплатят бабки за то, что будем кататься. Рубаса 2, наверное. На новую деку, в принципе, может хватить на винчона какую-нибудь. Блин, даже деку не смог поднять. Некий Пластухин сказал то, что интервью какой-то сделать. Какой трюк Некий будет приводить на камеру? Я буду делать сегодня Оли во флете. И, возможно, ну, если получится, я точно не знаю. Но, скорее всего, сделаю поп-шуит. Вот. Но, ну, я как бы постараюсь, но не уверен. Ну, мне уже нечего сказать, я просто думаю, в Макдональдс зато покушаю походу. Кирилл, в общем, купил видеорегистратор и говорит, что у него GoPro как рофан. На самом деле зря он начал делать сразу. Да. Пару слов о своем выступлении. Катаюсь как шлёцик. Да нечего такого, это пару раз там не сделать. Нормально, я сихер. Да-да, ветер дует, парк не мой. Он в смысле не мой, типа не слышит нифига парк. Вот, но скоро меня слышит, когда я здесь раскатаюсь. Чё, как тебе зрители? Зрители вполне адекватные, сегодня никто из них не пил. Все после Пасхи, все покушали яйца и счастливо. Только вот яйца мне давали, когда кто-то отрывку делал. Ну, нужно есть мясо и все. Вот, Кирюха молодец. Кирюха, я офигел, когда он все стабильно так сделал. Как будто он какой-то райдер. Вот. Не зря он катается за Кит Миш. Никита есть, да, посмотрим, Никита, что хочет. Давай. Что за суета? Oh.
swing like Chucky. Man's got a stable low key. But the cops are still trying to cuff me. Put man down at his bit. But put man down on cool. Like, where's the big dogs at? Cop. Eyes in the corner and a puppy. If the gang ain't cooking, the man is begging. You never had a mop in your hand and blowing your hair, just telling you slap it. In the top with a 12 with a 3-2 nigga, that's gang shit. Yo. Ребят, на улице жара, уже лето, солнце начинает забирать все силы. Короче, буду делать такую шляпу, короче, трюк вот такой интересный, смотрите. Ух ты! Вот так вот и туда. Давайте! Это самокатер кончил. Слышь ты, Дрищ, ёпта, заткнись там. Сейчас будет 2-2 битва, ты чё? Иди сюда, скажи это моему бате. Я драться не буду, а он за меня. Ты примеры с сестрам задеваешь. Ребята, уроки самообороны. То есть вы вот так подходите, вот. Это она. Можем начинать, время пошло. Владение будет хитрик. Сначала нужно аккуратно в лохах казаться, чтобы не драться. Человеку подходишь, сначала такой. Так тому. Сука. Потом он начинает тебя бить. Ходи. Начинаю бить. Но ты начинаешь ворачиваться. Раз сюда. Бан ему. Левый. Бан сюда. Справа. Бан. Потом он идет. Раз.
вот так. И стать. Там! Там! Вот я сильнее, крупнее, но ты ничего. Вчера с этой игры у нас будет. Ты это пьешь в кулаках. Это ушел. Он рост вот такой. Снимай, снимайте. Он рост вот такой, а ты еще выше бьешь. Так думал. И вот так вот, надо один сам. И ты просто фаталити делаешь. Ну ладно, я примеры с сестрами задеваешь. Ты вот так ему. Человека больше нет. Сейчас был настоящий голый кулаки, мы дали груша. Мы боролись со всей силой. Сейчас будет просто физическая подготовка. Смотрите, как называется обезьяний клык. Элемент очень простой. Так же на ногах сможешь? Неожиданно чемпион мира по воркауту переоделся в деда самокатера и идет утирать нос. Сейчас лайфхак. Как дешево, короче, купить аудиторию. Печатаешь наклейки, раздаешь. Мелким. Кому? Пацаны, надо кому наклейки? Наклейки надо, нет там. Куда сюда? Не, пацаны, не подходите. Подходите, подходите. Там, не знаю, на самокаты, на ноутбук, на вейпы. Спасибо. На PlayStation, на Xbox, на маму, папу. Наклейки надо кому? Видите, есть наклейки там? Ну как ты делаешь? О-о-о. Последний, надо кому? Мне. Вот и все. Да где же сильно держись, голову, потому что там. Вот так вот, братух, мы покатались в Меге, нам все заплатили, все, короче, кайф, никто нас не обманул. Круто, посотрудничать всегда рады, ребята, пишите, звоните, вот, всегда на связи, покататься за деньги. Есть такое пробитие. Вот, братух, спасибо, что посмотрел, поставь лайк, что-нибудь там напиши, я тебе слева дам разочек, все, давай. До встречи, салам, Алексус.